Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы разберем с вами, как использовать и настраивать текстовые надписи в программе Pogumax Designer. Текст, точно так же как анимации и контент с компьютера, вставляется в области. Поэтому сразу нарисуем область для нашего примера. Далее переходим ко вкладке «Текст». Нажимаем один раз левой кнопкой мыши. После этого вставляем текст в область 1. Как мы видим, текст ставился в область. Далее рассмотрим основные настройки текста. Имя объекта. Здесь задается то имя, которое будет отображаться в плейлисте данной области. Время. Это время проигрывания объекта в данной области. По умолчанию время задано 30 секунд. Его можно изменить либо вручную, либо кратно. То есть, нажимая на цифру 2, время проигрывания объекта станет равной 1 минуте. Цифра 3 – 1,5 минуты и так далее. Цвет. Тут можно изменить цвет текста. Для примера установим яркий салатовый цвет. Далее идет настройка прозрачности. Ее можно изменить, либо перетаскивая ползунок, либо задавая числовое значение. Далее с помощью данных кнопок можно изменять положение текста внутри области. Нажимая на кнопки, текст меняет свое положение. Настройки шрифта. Жирность, курсив, подчеркивание. Данная опция отвечает за перенос текста. То есть, если мы изменим размер шрифта на больший, как мы видим, текст переносится. И не переносится при включении и выключении данной кнопки. После можно выбрать шрифт. В данном поле вводится сам текст. Последняя настройка привязывает изменение текста к изменениям области. Рассмотрим на примере. Если повернуть область, то текст будет вместе с ней поворачиваться. При этом настройка «Изменять текст вместе с контейнером» включена. Если ее отключить и попробовать повернуть область, то текст больше не поворачивается с данной областью. Далее рассмотрим случай, когда необходимо вставить текст поверх фоновой анимации. На этом данный видеоурок закончен. Увидимся с вами в следующих видео.